Ну что ж, у нас по итогам встречи «Фантазия Фортуна», Константин Анисимов, Гигам Бунятян. Гигам, первый вопрос вам. Что случилось в начале встречи? Почему команда пропустила так много? Потому что вроде по движению все было хорошо, но вот как-то «Фортуна» из ниоткуда как будто бы забила столько мячей. Да. Я не понял, ты где увидел движение, если первый гол забили сразу после того, как они развели, по-моему, там повели там пару секунд и забивают гол. Раз, два, три, четыре, пять. Где там увидел движение? Я просто не могу понять. Если было движение, я рад, но мне кажется, его не было. Это очень-очень сильная очень пощечина. В принципе, ожидаемая, но не такая уж, вот не так сильно. Мне вот самому очень больно. Кость, мне больно. Константин, как вы оцените прыть своей команды на старте? Это была такая установка забить как можно раньше побольше, чтобы потом немножко прослабленнее встречу провести? Была установка сделать Гере больно, мы с ней справились. На самом деле, ну нет, пошло, что у нас действительно Гера прав, что так получилось, что буквально на 15 секунде, по-моему, после первого уже удара отскок был, мы забили, и там уже пошло-поехало потихонечку. Все спокойно. Ну, да, руководитель у нас, Константин, он сказал, что важны 3 очка и очень важно сделать разницу. В принципе, все выполнили, все сделали. Во втором тайме просил не расслабляться. Тоже мы как бы не расслабились, спокойно довели дело до результата. В целом, тот факт, что во втором тайме забили меньше, он как-то влияет на настроение команды? Или все равно, с учетом, опять-таки, той разницы, которая была в первом, уже второй, даже несмотря на то, что попросили не расслабляться, где-то можно было доверного разыгрывать, что, в принципе, несколько раз, на мой взгляд, и пытались сделать? Да тяжело уже, сам понимаешь, во втором тайме, плюс погода такая, уже тяжело, что-то как-то... Что если хотели просто поиграть как бы красиво, понастроиться, иногда чуть-чуть передачи подводили. Ну, особо разницу сделали, хотели забить. Ну, тяжело после первого такого тайма уже ко второй там на жилах что-то делать. Вы же так спокойно играли, уже знали, что ребята все у нас хорошие, все понимают, что мы уже так в свое удовольствие играли. Поэтому, да, не знаю, что сказать. Ну, тяжело. Хотел, чтобы мы столько же забили, сколько и в первом. Ну, не знаю, если босс добавил бы, мы бы прибавили точно. Вопрос вам. Ваша команда сегодня, несмотря на количество пропущенных мячей, все равно не сбавляла скорости, не останавливалась, забивали голы. Что еще можете позитивного отметить в действиях своих игроков? Ну, позитивно я отмечу свою игру. Я считаю, что сыграл очень хорошо. Это не саркастические аплодисменты, это реально, я реально старался. Просто мне надо было реально ответить на звонок. Как же я не ответил, а то я 2 забил бы. В целом, я скажу так, Вова молодец, вот острота шла от него, то есть он не смотрел. Ну, то есть команда сегодня играла отдельно от Вовы, вот, то есть претензий нету. Претензий к команде, что так, ну, очень много, оказывается, плакс у нас вот, после поражения, сразу там ноют, на друг друга лают, там, то есть вместо того, чтобы вырывать, грубо говоря, извиняюсь, сказать, ваши ноги, так скажем, злость показывать на вас, наши язычком на друг друга чесали. Вот это очень неприятный момент. Я все-таки хочу, чтобы моя команда немножко мужской была. Так не немножко, а вот прям мужской. У нас характер есть вообще-то. И где он сегодня был? Вообще негде. Это просто позор. У нас задача была во втором тайме хотя бы второй тайм просто выиграть, да? То есть показать, что это было, ну, может, недоразумение. Но и с этой задачей не справились. Я думаю, что это поражение очень, кстати, я так думаю, да, в борьбе за выживание, потому что вот у нас будет битва с Авториалом и, по-моему, с Пингвинсом мы играем. Я думаю, вот там мы должны уже выложиться и за нашего тренера. У нас тренер пашет, я тоже пашу во многих аспектах, да, то есть сегодня подвели нас, реально. Сегодня запланирована была пицца, шмица, вот эти всякие там пиво, шмиво, этого всего не будет, короче, все. То есть вот у них премиальные двойные там какие-то идут, а у нас ничего не будет сегодня. В общем, мы злые, это позор просто, вот так скажу. С учетом как раз-таки следующих матчей сейчас, какой должен быть настрой у команды? И, ну вот как вы уже успели отметить, да, что может быть как раз тот самый момент, что проиграли вовремя, да, потому что следующие матчи, и уже вспомнили игру против Авториала, на которой нужно будет со сверхнастроем выходить и побеждать. Нужны ли еще какие-то дополнительные вещи, или вот после такой игры уже ничего дополнительного не надо, парни должны выйти и сыграть на своем максимуме в оставшихся матчах?
Я так скажу, я считаю, даже говорить здесь нечего, они сами должны понять, что происходит. Я очень не хочу вылетать, но я и очень не хочу оставаться, с учетом того, много слухов, что какие-то команды уйдут. Я не очень хочу, так скажем, по блату оставаться, да, или там место освободилось. Если вылетать, то вылетать. Мне очень много было стыдно, что мы проиграли. Я думал, блин, ну это не наше место, но реально мы мешаем какой-то хорошей команде, может быть, занять Суперлигу, да. То есть зачем мы здесь, да, но мы показываем, что в принципе мы можем тут находиться, уже научились добывать результат, но это просто шлак. Вот в прошлой игре я отметил, что мы играли лучше, да, вот с 19 мая, я реально так считаю, и я считаю, что Дима Истиншили плохо комментировал матч, значит, он плохо смотрел, и, может быть, даже не разбирается, а вот сегодняшняя игра, ну, мы просто обосрались, вот просто я не подбираю, я вообще не хотел, чтобы Костя так сидел и по кайфу отвечал, так скажем, мне это неприятно, Костя, я хотел, чтобы ты помучился, а не я здесь, поэтому я отдуваюсь как-то сейчас, но в целом Фортуне спасибо, это очень крутая команда, я надеюсь, что в следующем году эта команда будет бороться за высокие места. Отлично, ребята, и руководитель, и тренер, бывший, и нынешний. В общем, спасибо, ребята. Гигам, еще один вопрос. В осенней части очень было много эмоций в вашей команде. Сейчас в перерыве я, честно, первый раз просто живем смотрел «Фантазию» весной. И очень спокойно, очень в кругу команда что-то обсуждала. Можете ли сказать, что Михаил Калмыков, собственно, просил от команды, и что говорил в этой, ну, непростой ситуации? Он говорил, действуйте аккуратно, ребят, там комментирует тот человек, который может напасть на нас, так что давайте не будем показывать эмоции. И... Короче, то есть мы сегодня были такими котиками, так скажем, чтобы на нас комментатор ничего не смог в это рассказать. Поэтому я думаю, мы справились с задачей, да, там минус 10, сколько там пропустили. В целом, я еще раз говорю, это не характерно для команды, которая проигрывает 7-8-0. Ну, то есть не имеет права команда так молчать и так... Так по-бабски играть, я прямо говорю. Если у каждого есть какое-то достоинство, он сегодня посмотрит эти комментарии, это считайте, что я в лицо говорю, да? Я не буду сейчас каждому. Это я говорю в лицо, считайте, вот так. Мы сыграли по-бабски, мы все. Мы получили пощечину, и я считаю, что мы должны взять, если у вас... У меня есть, они, поверьте, вот эти яйца в руки и показать, на что мы способны. Если вылетим, значит, недостойны Суперлиги. Вот и все. Константин, вопрос вам. Завершение сезона будет весьма огненным. Сейчас по очкам команду Penguins Йорш обошли. Но, тем не менее, как готовиться к последним матчам и как противостоять весьма непростым соперникам в завершении сезона? Да, спокойно готовиться. Мы Penguins Йорш вот обогнали. Это, я думаю, что для нашего руководителя тоже важно. И спокойно. Мы хотим играть в футбол. Мы очень рады, что у нас осталось две хорошие команды. Доста, Волна. Я думаю, что будет хороший напряженный футбол. Хорошо поиграем. Спокойно. Надеюсь, что без травм. И красивый футбол будет. А хотел еще сказать вот непосредственно про фантазию, что я сам, Гиган, честно скажу тебе, когда я во второй сменке играл, да, когда на 7-й минуте ты выходишь, уже 5-0 команда выигрывает твоя, честно говоря, уже как бы особое удовольствие, то есть от этого ты, да, уже самому, мне уже как бы, ну, не кайфово уже, то есть ты подождал, вроде уже 5-0, и как бы ты выходишь, такой, уже вся игра, в принципе, шна, главное не испортить, то есть я очень ждал, мы с Гигом давно вместе троллим друг друга, так скажем, поэтому я очень ждал, хотел мы и поспорить, думал, если будет напряженка, мы бы обязательно что-нибудь, по ходу матча вы бы что-то увидели, но просто так, я же говорю, что при 5-0 я ему сказал, сейчас я вам помогу, сейчас помогу, чтобы какая-то интрига была, ну и так хочу, чтобы вот у фантазии, да, все сложилось, чтобы они остались сами здесь, ну ни в коем случае, чтобы не за счет себя бы только, да, а так, чтобы остались сами, да, хорошо, а так, в принципе, мы ждем игры с Достой, мы ждем игру с Волной, мы готовы поиграть с ними в хороший футбол. Я думаю, у них тоже там вроде все решено уже наверху. Нет, розы, там все так сложно. Ну, серебро, бронза, мне кажется, это уже вторично. И я уверен, что и для Коли, и для Артема Плотницкого это уже вторично. Ну, понятное дело, им будет само собой, но они, по-моему, уже в медалях. Так что... У Волны еще и шансы потерять медали, там Арктика подъедает. Ну, Толя всегда подъедает, да, и это хорошо, очень молодец, он правильно зашел в этот сезон, отличная команда, замечательно. Но просто я думаю, что вот там уже все решено, и просто хотелось бы, чтобы мы просто поиграли на классе, хороший футбол показали в конец чемпионата. Еще раз повторюсь, главное, без травм, и, да, чтобы это было именно вот футбол, то есть команда давала нам поиграть, и мы очень надеемся, что Доста нам даст поиграть все-таки в футбол, потому что за Волну я вообще не переживаю, а вот за Досту боюсь, что могут не дать.
И нам не дать, и ну, 2-0 выиграть у нас, как обычно это бывает. Да, поэтому мы надеемся, что должок им вернем. А так, в принципе, вот. Хорошо, спасибо огромное. Да. А, да. То есть, получается, все-таки я испортил, мы испортили Косте настроение. Да, при счете 5-0 ему было херово, так что молодцы мои ребята. Вот. И на самом деле, я считаю, что этот чемпионат, это цветочный чемпионат получился, потому что первое место были весь сезон «Миллион роз», последнее место весь сезон были мы. Вот, то есть они были по игровым лидерам, а мы были вот по медийности, ну, за счет моего этого, харизмы моей, сам понимаешь, да? Так что цветочный чемпионат, как-то стыдно будет, если мы вылетим, реально как-то, вот так, понимаете, да? Я к чему это намекаю, что Пингвинсу ничего же нам не надо будет, наверное, может быть, там договоримся. Я уже подкупаю их, короче. Все, так что решим. Хорошо, еще раз спасибо команде, мы желаем удачи в оставшихся играх. Благодарю.